Дорожная обстановка на улицах городок 17 и Петровском проезде в Больших Веземах на протяжении долгого времени остается сложной. По поручению главы Одинцовского округа началось строительство нового парковочного пространства рядом с Маловеземской школой и окружным отделом службы судебных приставов. Сейчас идет расчистка площадки на 110 машин, уточнил Андрей Иванов. Если погода позволит, работы будут завершены в этом году. Их проведение контролируют депутаты окружного совета от «Единой России».